Всем привет, с вами интернет-магазин Kazoo.ru. И в этом видео я хочу рассказать, какой купить секатор. У всех встает вопрос, да, какой купить секатор. Во-первых, вы должны подходить к этому с точки зрения вашего кошелька. Сколько вы готовы отдать за секатор, да? Вот есть секаторы, например, Бергер, да, Фелка. То есть они выше там ценовой категории для профессионалов. Стоят они там от 5000 сейчас и выше. Есть секаторы более средней ценовой категории и бюджетные, да, секаторы. Второе, на что нужно обратить внимание, это на ваш размер руки. Есть секаторы небольшие, вот, например, Бергер, да, две модельки 11.00 и 11.04, и секатор Фелка 6. Это вот три секатора для небольшой руки, специально созданы. То есть подойдет для женщин, либо для людей с небольшим размером руки. То есть вы выбираете по эргономике, как он сидит вот у вас в руке, как удобно. Далее, вы должны понимать, что вы будете обрезать. Будут ли это плодовые растения, там, груши, там, яблони, да? Будут ли это там просто кусты, либо это будут кусты роз, либо это будет бонсай, да? Либо это топиари. Либо это просто сбор плодов каких-то, да, либо просто работаете с цветами, да. Для того, чтобы вы работали с цветами, у вас должен получаться очень такой ровненький срез, да, но для этого не нужен мощный секатор. Плюс принцип действия секатора. Есть самое распространенное, это система байпас, так называемая, там, где есть опорное лезвие и режущее лезвие. Это самый распространенный секатор на нашем рынке. Опорное лезвие и режущее лезвие, они идут так вот навстречу друг другу, да? Побег лежит, грубо говоря, на опорном лезвии, а режущий его срезает. Это самое распространенное. Далее идут секаторы, популярные у профессионалов, это молоточкового типа. Секаторы молоточкового типа, вот такой звук, как молоточка издает. Здесь режущие лезвия, они идут навстречу друг другу. Здесь меньше нарушается слой камбия и быстрее заживают срезы. Но нужно понимать, что с этим секатором нужно уметь обращаться, его нужно уметь точить. И принцип действия у него совершенно другой. То есть в обслуживании он будет немножко сложнее. Особенно если вы начинающий. Поэтому купить секатор садовый вы должны, еще раз повторюсь, из вашего бюджета, из размера вашей руки, из как сидит секатор у вас в руке, удобно вам, неудобно, большая у вас рука, средняя, либо маленькая рука. От задач, которые вы ставите, от объема обрезаемого, да, и от того, с чем вы работаете. Будут ли это плодовые деревья, топиари, сбор просто плодов, либо работать с цветами. Вот из этих задач нужно выходить, да, и плюс бюджет, да, и выбирать себе секатор. В интернет-магазине kazoo.ru большой выбор секаторов на любую руку, на любой бюджет. Несколько фирм у нас представлены. Основная фирма – это Бергер, фирма швейцарская Фелка, итальянская Duo Bai, японская Акацуна и ARS. Все эти секаторы вы можете купить в нашем интернет-магазине. Так что покупайте лучше, а про остальное забудьте.